Тем, у кого все есть, будет дано больше, а у тех, у кого нет ничего, отберут последнее. По-вашему, это жестокое утверждение. Но оно лишь значит, что если ты катишься вниз, то катишься быстрее и быстрее. При работе с пожилыми в домах престарелых есть правило не делать для постояльцев ничего, что они могут сделать сами. Вы подумаете, это как-то жестко? Нет, не жестко. Им помогают сохранить их независимость.